Тут. Че, минус все зрители, да? Ну, что поделать. То есть даже эти мобы, понимаете, блочат нас. То есть опять же против клерика унижение. Не понял. А второй где? А, вон он, пошел куда-то. Брат, а ты куда? Подожди, вы про этот щит говорили, что ли? Бля, по-моему, я его не смогу носить даже. Ну, естественно. 30 силы. Естественно, 30 силы. Блин, так... А где локация-то, Маления? Вот это что ли? Да. Так, тут мне куда бежать-то я не помню. После прохождения за клирика, ну, я вряд ли буду еще раз стартовать. Поэтому, наверное, другую игру поиграем. Но к DLC, наверное, как будет выходить DLC, соберем что-нибудь. Если оно будет выходить. Змея, Рикардо, да мне особо интересно его убивать, ребят. Если честно. Ладно, Мога, Маленью, но змея это хер с ним может. Какую игру в данный момент жду? Atomic Heart. В данный момент жду Atomic Heart, потому что в данный момент только она выходит.
Но больше всего в этом году жду Diablo 4, конечно же. Драконов всех убили, да. Вообще все убили, чуть-чуть осталось. Не, по Атомику вообще ничего не смотрел. Вообще ничего не смотрел по Атомику. Сколько игра занимает по первому прохождению, если присосить каждый угол? Ну, у тебя уйдет 150 часов. Предзаказ сделал Диабло? Слушай, вроде нет пока еще. Так. Блин, я в тот раз смог перепрыгнуть здесь или нет? Кто-то помнит? Блин, у них даже в Elden Ring собаки спавнятся. Это кто? Анастасия, опять вы! Люблю ПВП за клерика. До свидания, Анастасия. Так, чуваки, как хотим, по-спидранерски или по-лохански? Мне кажется, по-спидранерски надо. Не, слушайте, в клерике что-то есть, да? Какие-то моменты есть имбовые. Вот эта ауешка прикольная. Но просто они настолько редко применимы, что прям... Че, показать вам, как по-спидранерски попасть к молению? Я, правда, сам не помню как. Но я думаю, я вспомню. Ага, делай вот так 3 раза в день, и не будет болеть. Раз проходишь. Третий. Погодите, я, по-моему, не с той стороны делал. По-моему, не с той. Да, вот, вот этот нам нужен. Подожди, а как в него попасть? С этой стороны, да? Вот. А теперь... Бля. Здорово, ребят. Да, ну и нет, что-то офнулся. Да не, мы доспехи, ребят, никакие сейчас не будем выбивать. Мы на первом прохождении все повыбивали, все попробовали. Сейчас у нас более такие приземленные, простые задачи. Блин, не помню, куда, если честно. Блин, я, наверное, без этого... Без клипа и не... Ну, вроде не здесь, да? Вроде вот здесь.
Не, не помню. Наверное, не получится. Я прям что-то... Я прям что-то именно место забыл. Да, придется полохавски. Но если кто-то клип не скинет. Может, ну, знаете, в чате всегда так много людей. У кого-нибудь вот прям самая какая-нибудь ненужная вещь лежит где-то на полке. С другой стороны. А я что-то там не увидел, куда там с другой стороны прыгать. Ну, давай еще раз тогда. А с другой стороны куда? Только на это камень можно. Слушай, ну по-моему, да. Да куда тут, ё-моё? Это точно не фиксили, а то они много чего фиксили. Братан, не спамь, пожалуйста, спам запрещен у нас тут. Там трай по-другому выглядит. А что-то как-то вообще иначе выглядит. В Ютубе совсем по-другому. Так дайте ссылку, говорю. Вы смотрите Ютуб и не даете ссылку. Вы что, не стыдно? Один ноль четыре патч. А, нет. А, тут можно прям так сделать, что ли? Летить прям так? Выглядит просто, но на самом деле стопудово не просто. Охренеть. Но это новый, это не, это новый, это не старый. Покажи, да сейчас покажу, конечно. Так подожди, а как мне вообще на перила-то попасть? Ничего не пойму. А, не, вот все нормально. Подожди, а где? Что-то я запутался, ладно.
Блин, тут обходить долго, блин. Ща-ща-ща, ну это интересно. Сейчас надо посмотреть, как стена выглядит. Кажется, я понял идею. Я с DualShock 5 играю. Так, тут, чуваки, невидимая стена есть, и наша задача ее перепрыгнуть.